Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты! Сейчас, как никогда, кстати, важен вопрос экономии топлива автомобиля. Сегодняшняя тема видеоролика о том, что лучше экономить топливо – климат-контроль либо кондиционер. Конечно же, в этом случае нет смысла говорить об автомобилях, которые не укомплектованы ни тем, ни другим. Поэтому сегодня мы рассмотрим два варианта – климатическая система автомобиля, либо кондиционер. Все-таки что экономичнее? Друзья мои, по принципу работы кондиционер и климатическая система схожи, в общем-то, но климатическая система имеет автоматический режим, что позволяет периодически выключать компрессор кондиционера по необходимости. То есть компрессор кондиционера не работает в постоянном режиме. Если у нас в автомобиле установлен кондиционер, и мы нажимаем кнопку включения, соответственно, компрессора кондиционера, то компрессор кондиционера будет молотить практически все время. Что нельзя сказать об автоматическом режиме климатической системы. Климатическая система сама подбирает, когда необходимо, при каких температурах включить компрессор кондиционера и, соответственно, когда выключить. По этой причине получается так, что климатическая система в автомобиле экономичней по топливу, чем кондиционер. Поэтому, если вы выбираете себе автомобиль, и у вас, допустим, перед выбором стоит либо кондиционер, либо климатическая система, я рекомендую обращать свое внимание на автомобили, которые снабжены климатической системой. Такой автомобиль будет по топливу намного экономичнее. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!